У нас 5 июня 2017 года. Это поселок Потеряевка. Это бывший детский православный лагерь Стан. Находимся на его территории. Кели, вот наш шарик. Да, шарик, заели тебя комары. Вот бак с водой у нас. Тут вода у нас всегда полная. Вот Виктор Николаевич приехал на газели. Помогает нам будет перевозить. Это наши велосипеды с Никитой. Вон крест. Здесь его загрузили. Сейчас холодильник, морозилку заберем отсюда тоже. Тумбочки разные. Здесь пока ничего не надо. Это брат Никита тащит еще картон. Тумбочки забираем. Ну, все, что потребуется в лагере. Помочь? А что тут помочь? Да главное помощь, чтобы не мешал. Вот так вот, давайте, мужики. Давайте. Да. Да, вот сейчас тебе поставим холодильник и дадим тебе наставление. Что ты, шарик, улыбаешься? Шарик. Вот здесь Никита, наверное, помочь надо будет. Он ушел уже. Бежал, да? Сейчас я, может, что-то подсоблю вам. Сейчас мы его стоим, я должен поставить. Ну да. Это первый ты, Михаил, смотри, тогда. Я зайду. Да. И ногами вперед. Так. Давай, подержу один край. Ты, может, залезешь туда? Подожди, я сейчас поставлю. Потихонечку, да. Ага, так. Поднимаю? Да. Пойдет он? О, там ножки, наверное, да? Оно на колесиках. Аккуратненько. Вот наши тумбочки также. Наверное, все это будет завозиться. Бок его поставим. Картон забираем, тоже все идет на палате. Вот здесь это был бак под воду. Старый еще. Дом порядок небольшой тут наведем. Когда все заберем. Все. О, не знаю, как там, да? Наша защита. Посмотри, тут полку тоже сошкребать, который там вот, сам внизу. Да, внизу, да, тоже забирай. Она все уйдет. Остается игровая только здесь все. Столы такие. Качели остаются. Все надо будет проверять еще. Обкашивать. Бум. Вот так вот с Божьей помощью. Сейчас дальше посмотрим. Вышка наша. Все радуется. Птички поют. Господа славят. Это у нас морозилка. Это мне кажется, потому что я не на двигателе. Я тогда
еще можно чего? Можно ставить. Вот наш шалаш. Стоит открытый, солнечная погода. Тут, тут. А что еще у вас тяжелое такое? Ну, тумбочки в основном. Все. Сейчас я тут, ну, подавай, я тут провожу. Или можешь холодильник поближе к стеночке его поставить? Нет, мы туда будем тумбочку. Вода вон до сих пор еще стоит. Тут было больше половины ямы воды. Так вот. Слава Богу. А что, работа такая? Да, не бей лежащего, да? Без фото. Я тоже работаю. Бабочка летает. Красивые бабочки. Да. Столько лет был лагерь здесь. 45 лет. Сколько здесь было молитв, слез, радости, трудов, пота пролито на этих вот козликах. Все это тоже будем перевозить, вот эти вот привешки. Черный юмор такой. А как у тебя с учительницей было, да? Которую ты... Ты говорит, откуда такой, говорит, худой? А, сидел, да. Это в Елёвке, где родители-то жили. Приехал я худой после лагеря-то. Православная. Она, ой, да откуда ж ты такой, Виктор, приехал? Из лагеря. Из лагеря? С какого? Так она напугалась. Ты говоришь, из православного. Сюда, наверное. Давай, давай, сюда. А, сюда. Тут много войдет. Вот. Ага. Хорошо. Вот, теперь вот сюда вот. Закончилась одна эпоха, началась другая. Дверками вверх делай. Где дверь? Угу. Никита шутит там. На обед призывает. Что, не наелся? Не накормили брата? Да он сам нас сегодня кормил. Он готовил с утра. Ну так вот, слава Богу. Все, шарик, на, шарик. Ну, так. Умница наша. Вот так, тут еще кухня наша. Может, еще для чего-то пригодится. А может, ничего, никого и не будет здесь уже. Вот так вот. Это братья говорят, ты там не наелся, что ли? Да. Призываешь на обед всех. Да, уже пора. Там еще в комнате отдыха, брат, тазы надо забрать будет. Открыть. Да? В комнате отдыха забрать тазы еще надо будет. Вот келья. Это у нас рабочая келья. Тут тоже кое-что сейчас увезется. Следующим рейсом, наверное. Thank you.
Это вот целлофан вынесли. Вот картон тоже убирать надо. Что-то заберется у нас. Вот у нас уже там Виктория. Цветет вовсю. Вот так вот. А картон войдет сверху еще? Войдет, войдет. Я просто сейчас... Тебе надо... Нормально, давай. Кстати, туда в середину салона можно эти тумбочки остальные. Угу. Ну, придется еще один рейс сделать. Кое-что еще довести там. Сделаем, но... Виктор Николаевич, переверни. Там-то пусто в середине. Ну, так. На южный я вчера ездил. Ну там, конечно, уровень пал. А мы посмотрели вчера. Мы с братом, это, Михаилом взяли резиновую лодку, накачали там. И я померил 1 метр 15 всего. Метров 15 глубина? 1 метр 15 сантиметров. Вот это да, глубина. Можно кул держать. А на этот, на второй мостик ездили. Там глубина. Я взял палку, но оказалась короткая. 2,73 она палка у меня. Я ее опускал, не мог дна достать. То есть там больше 3 метров. Да. На втором мостике. Вот где надо акул держать. Ну да, это точно. Ну там видишь, там я как понимаю туда не запускают, потому что там же и другие рыбаки приезжают, соседние деревень. Ну да. Они-то уже не будут спрашивать, сколько им поймать. Да. Такой на тракторе приедет, как недавно был, да? Ну да. Братан. Игорь такой, да пусть едет, они спецы, говорит, да едут. Они уже привыкли, как он сам ездит. А Оля, я ей рассказал сестре, она говорит, Николай, говорит, тоже пьяный был, а вот заезжал в гараж, а там пространство такое тесное было. И он заедет, даже нигде царапины нету. Ну это до поры до времени, а аварий много было. Ну да. Это он дома так аккуратно, а на трассе он гонял. В аварии попадал, он раза два или три попадал. Вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.